Вот, мы скачали мод Tools, теперь нужно скачать следующее. Так, зря я ушел со страницы, она нам еще пригодится. Так, файлы, код WAV, инструмент не модов, мод Tools. Вот, мы скачали этот основной мод Tools. Он основной главный, он весит больше всех, он весит больше гига. Дальше качаем по порядку. 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.3. Потом 1.4. Вот он. Скачиваем 1.1. Потом 1.2. Потом 1.2.1. Один и три. И наконец-то 1.4. Вот он. Заранее спрошу. Расставить все в правильном порядке. Главный мод Tools 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.3 и 1.4. Дальше. С этого сайта мы пока что уйдем. Зайдем в YouTube. В YouTube мы должны набрать зомби бокс. Это моя карта, над которой я работаю. И в описании там есть ссылки на дополнительные нам нужные инструменты. Развернуть. Скачаем одну папку. Понимаете, Tools с Mediafire. Сохранить на рабочий стол. И вторая. Лети, твою мать. Не тупи. Наци зомби тоториал. Тоже его скачиваю. На рабочий стол. Пока закройте все это. Пока идет скачка, удали все завершенное. Я объясню следующее. Тоториал пока в сторонку, тул в сторонку. Вот. Мы сейчас начнем разархивировать файлы по порядку. Содержимое этого закинем сюда. Замены файлов. Потом этого 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.3 и 1.4. Итак, по порядку замены файлов. Я вам покажу. Вот, да. Файл большой, файлов там много, поэтому может немного дольше будет, чем вы ожидаете. Так. Это все выделить и скопировать в папку с игрой. Не забывайте, что все это в папке Zone, папка Russia должна быть заменена на English, в папке Mine, localized Russian должно быть заменено на localized English. Так, и продолжаем. Это все выносим и копируем сюда. И ждем. Это может занять очень много времени.